Вот мне многие говорили: «Катя, почему тебя нету в Инстаграме? Давай зарегистрируйся. Ты чё, кого?» Ну, я не знаю, регистрироваться или нет, потому что у меня и так мало времени, не знаю, на жизнь. Я так всего много чего хочу успеть, чего хочу много сделать. Знаете, какой вопрос можно задать человеку, чтобы, не знаю, ненавязчиво оскорбить его? Спросите человека, а какую книгу ты читал в последний раз? И тут он встанет в ступор. Не знаю, человек каждый день сидит в Инстаграме, ВКонтакте, в других социальных сетях, что-то вылаживает, какие-то непонятные картинки смотрит, да, музыку слушает. А надо ли это все? Ну, не знаю, я, может быть, создам в скором времени Инстаграм, но я, скорее всего, буду его создавать только для того, чтобы вылаживать туда фотографии и удалять их с телефона, потому что фоток реально много.